Мачу-Пикчу на языке кечуа означает «старая гора». Таинственный город инков, построенный в середине 15 века, и главная достопримечательность, ради которой путешественники едут в туры по Перу. Он находится примерно в 100 километрах от столицы империи инков города Куска, в горах на высоте 2450 метров над уровнем моря, и настолько укромно спрятан в Андах, что до него не смогли добраться испанские колонизаторы. Нам об этом городе стало известно в 1911 году, благодаря американскому ученому Хайраму Бингхэму. Сегодня постройка Мачу-Пикчу представляется невероятной. Камни перевозили с удаленных камень-ламень. Спускали по мокрым глиняным склонам, волокли по бревнам, а затем их шлифовали так идеально, что даже сейчас в щели стыков невозможно просунуть лезвие ножа. Мачу-Пикчу удивительно вписывается в окружающий ландшафт, поэтому его часто называют «город в небесах» или «город среди облаков».